Военно-информационный канал ДАДО 79 представляет. Как уже сообщалось, вооруженные силы Армении продолжают осуществлять вооруженные провокации против азербайджанских пограничников, осуществляющих боевое дежурство на азербайджано-армянской границе. 28 июля, начиная с 9 часов утра, армянские снайперы подвергли обстрелу боевые пограничные позиции Азербайджана, а также военные грузовики позади боевых позиций в Газахском направлении. Ответным огнем азербайджанских пограничников вражеский обстрел был подавлен. Более того, азербайджанские пограничники успешно ликвидировали снайпера вооруженных сил Армении Армана Араиковича Булгадаряна, 1995 года рождения, стрелявшего по боевым пограничным позициям нашей страны. Информацию о ликвидации Булгадаряна подтвердил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцерун Аванесян на своей странице в Facebook. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!